Розтрощило дах і пробило скло. Вчора о 9 вечора гілка акації впала на автомобіль Ford Fiesta. Інцидент стався на Запорізькій 32А. Постраждалих, на щастя, немає. Да, я приехал с работы, поставил машину, вот живу напротив. Поднялся домой, через полчаса услышал искры и удар сильный. Выглянул в окно и увидел, что на машине лежит дерево. Зелентреста ребята проезжали мимо и говорят, что пока полиции не будет, мы ветки убирать не будем. Зафиксируйте все, что здесь произошло. Ну и опять же, они уехали.